подъездах завершен текущий ремонт. В двух местах были выявлены дефекты кровли. Они устранены. В квартире Елены Башковой работы почти завершены. На стенах появилась фактурная штукатурка, и дома стало гораздо уютнее. Люди довольны. Во время первого обхода жильцы дома номер 17 по улице Мацестинской попросили главу города сделать детскую площадку и установить уличные тренажеры для пожилых людей. Пожелания были учтены. И вы знаете, ко мне в гости внук приезжал, говорит: бабушка, а на Мацесте нет ни одного турника. А сейчас во дворе. Все, пусть тренируется. Спасибо. На Мацестинской помимо ремонта в домах прочистили и ливневую канализацию, поставили дополнительные опоры уличного освещения. Алексей Копайгородский заверил жильцов, что все эти работы не будут включены в тариф управляющей компании. То есть цифры в платежках не вырастут. Та ценовая политика, которая есть у управляющей компании, она снижена. А она более стала доступна, и их работы будут проводиться еще лучше, еще тщательнее и еще комфортнее. Основная часть работ будет завершена до Нового года.